श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तेथास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनोतपालभवद्दीपोथं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोवधूष्वदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनय कपितरो कमलायुताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भजवीशनाथम बागीशजुष वदने लक्ष्मीर्जस च वक्षसी यस्यास्ते हृदय संवित त्वं निशिंगवहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Savakte Vasudhyam Nijabhajana Mudram Padishan Sichaitana Kingme Punarapidiswar Yasvatipadam Savakte Vasudhyam Nijabhajana Mudram Padishan Sachaitana Kingme Punarapidiswar Yasvatipadam Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамамса Джагадгуру сказал, установиться в Ачаре, в Адарше Гуранги Махапрабху, то есть принять его идеализм, это означает быть прачараком. Такой человек может проповедовать. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамамса Джагадгуру сказал, установиться в Ачара Дарше, Шикше, Гауранги Махапрабху — это истинное значение проповеди. Такая личность может проповедовать, а иначе невозможно проповедовать. То есть нужно обязательно принять Ачар, Адаршу, Шикшу, Махапрабху. Махапрабху каждым своим поступком Ниджа Бхаджана Мудрам Упадиша. Он хотел научить нас очень внимательно. Без ачарана прачар невозможен, проповедь невозможна. Ну и бхаджан также невозможен без ачарана. Если нет никакого ачарана, то не может идти речи о проповеди. И что уж говорить о проповеди, даже я не могу совершать бхаджан. Без ачарана невозможно совершать бхаджан. Горкишор Дас Бабджи Махарадж, Джаганнат Дас Бабджи Махарадж, все они установлены в ачаране Гуранги Махапрабху. Вот почему они не ездят за границу, но они проповедуют. Рупа Санатана, они не ездили за границу. Я не говорю, что не нужно ездить, но я объясняю, что у нашей Гуруварги он был такой ачаран, он такой был эффективный, что проповедь, она сама собой случалась. Горкишор Дас Бабджи Махарадж обладал эксклюзивным ачаром Прабхупады, Бхактивинода Такур, все они установлены в эксклюзивном ачаране Махапрабху. Вот почему им было возможным изменять сердца людей. Бхактивинода Такур написал в статье, если вы будете рассказывать столько много философии, проповедь не означает, что нужно запомнить какую-то сухую философию и о ней вещать перед кем-то. Нет, это не проповедь. Бхактивинода Такур объясняет, если вы будете рассказывать кому-то всякие разные философии, ну, новые, вы не сможете изменить сердце ничего. Но если вы установлены в намабаджане, если вы установлены, приняли этикет, то есть поведение, вайшнавизм Махапрабху, то вам нужно прославлять Харинаму. Если люди разовьют веру в Харинаму и в Гуру Вайшнав, только в этом случае станет для них возможным изменить свои жизни. Но если вы будете им рассказывать о всяких разных философиях, то не будет никак, не представится возможным изменить их сердца. Ачноти свасвартам ачаре. Ачаран тот, кто применяет в своей жизни ачаран Махапрабху на практике в своей жизни, тот он может проповедовать. То есть это возможно для такого человека, потому что он могуществен. Когда человек обладает ачараном, и он что-то говорит, то его речь, она могущественна. Просто проповедовать, не имея никакого ачарана, написано,
Тот, кто только говорит, но он не обладает ачарном. То есть его вот эти вот слова, они могут уничтожить целый мир. Очень много раз Прабхупада сказал, на Бенгалии. На Бенгалии Прабхупада, он постоянно повторял, те, кто держит в руках флаг Дхармы, те, кто только его держит, Дхарма Дваджи, у них нет ачарана. Они просто держат флаг Дхармы, и они так называемые проповедники. То есть все их поступки, все, чем они занимаются, то есть это приведет всех джив к деградации. То есть в настоящий момент, ну, кто-то находится на каком-то уровне, но когда он будет слушать такого дхармадваджи, тот, кто держит в руках флаг Дхармы, то есть их поведение, ну, их так называемый ачаран, фальшивый ачаран, он заставит всех спуститься на более низкий уровень. То есть все обусловленные души, которые будут слушать такого дхармадваджи, они, их положение ухудшится. Возможно, до этого они были, ну, их положение было более-менее ничего. Но потом они будут деградировать. И вот такого рода проповедь, она станет причиной разрухи во всем мире. Рупа Санатана, Рагхунат Бхатта, Рагхунат Госвами, Рагхунат Дас, все они обладали ачараном. А сейчас вопрос встает таким образом, а что означает ачаран? Кто-то может задать такой вопрос, а что же означает ачаран? Пять раз в день мыться, или ачаман совершать, или менять одежды время от времени. Это ачаран. Кто знает, кто-то может устроить спектакль, показывая, я такой чистый. Посмотрите, я три дня моюсь в день и меняю одежды. Ну, кто-то может подражать Махапрабху. Это является ачараном. Смысл ачарана, внутренний смысл — это настроение служения, а все остальное, оно автоматически, ну, как бы, проявится. То есть самое главное — это насколько вы заняты в служении Бхагавану. То есть вы служите ему непрерывно, без отдыха, без передышки. То есть, возможно, в виде воспевания Махамантры. Вы не можете постоянно воспевать Махамантру. Харидас Такур, он может это. Джагнат Дас Бхавджи Махарадж, Прабхупада, они могут, но обычные преданные, они не в состоянии. Даже человек, у которого просто плохой характер, он может стать великим вайшнавом по милости Шудда Вайшнав. В то время, когда какой-то человек, если он изображает из себя возвышенного какого-то, то есть он хорошо себя ведет, он всегда пунктуально является на все встречи, то есть он держит слово, там, поддержит какой-то идеализм, то есть все вот это вот поведение, так называемое хорошее, оно все может уйти под воду, если нет настроения служения. То есть это не имеет никакого смысла. Материалисты, они могут поддерживать такой высокий стандарт. Такие они могут быть честные, пунктуальные. Они хотят доказать, что они такие прям обладают такой высокой моралью. Но все это равно нулю. Все это бесполезно, если нет настроения служения. Брамачари, саньяси, баба какой-нибудь, они могут пробовать доказать, что они такие чистые, но это не показатель, на основе которого мы можем заключить, что они на самом деле чистые, обладают ачараном или нет. Кешава Госвами Махарадж, он во время
Картик Враты, он принимал душ один или два раза. У него не было времени на это. Но очень удивительная вещь случалась. Он не исходил никакого запаха из него нехорошего. То есть иногда так происходило, что он в месяц принимал омовение один раз или два раза. Не в картике, а вообще в принципе. То есть, но тем не менее запаха никакого плохого от него не исходило. Потому что он пребывал постоянно в настроении служения, он постоянно был занят, давал ответы всяким разным сахаджиям и так далее. Он был постоянно занят, он постоянно писал, говорил, занимался организацией. Это называется ачаран. Ачаран не значит, что вы пунктуальны. Может быть, вы обладаете очень хорошими качествами, но у вас нет настроения служения, у вас нет любви к лотосным стопам Гурупад Падмы. Прабхупада, как правило, повторял вот эту шлоку. Она очень важна. Бхактейка Эйшам Гурудева Татма. Ученик, он становится един с Гурудевом, то есть в сердце Гурудева усаживается, в сердце ученика усаживается Гурудев. Это тогда, когда ученик стал Гурудева Татма. И Гурудев такому ученику постоянно дает наставление из сердца. Прабхупада был в Бхарате, а наша Гуруварга Вана Госвами Махарадж. Госвами Махарадж, они были за границей, проповедовали. И автоматически они получали наставления, то есть они были вдохновлены определенным образом. Это случалось автоматически. О чем говорить, когда говорить. То есть это возможно на 100%. Садгуру обладает таким могуществом на 100%. Может быть, вы не можете в это поверить, но это возможно. Вы можете попробовать. Предположим, у вас Гурудев Садгуру. Мой Гурудев, он ушел из этого мира. И я стал просто street beggar, ну, попрошайка, не знаю, как по-русски сказать поприличнее. И каким-то образом Бхагаван, он меня схватил за уши и привел и сказал, совершай вот это служение, совершай вот это служение. То есть это все благословение Гуру Махараджа. Вся сила, она исходит из Гурудева. Все, абсолютно все принадлежит Гурудеву. Исходит из него. Все мы получаем от Гурудева. Всю силу. Прабхупада объясняет, что настроение служения — это самое главное. То есть поддерживать внешнюю чистоту — это не настолько важно. Даже если у вас нет совершенно ничего, но если у вас есть любовь к Гурудеву, тогда вы добьетесь успеха. Рупа, Санатана, Садгосвами, они вечные спутники Бхагавана, вечные спутники Махапрабху, вечные спутники. Тем не менее, они жили как обычные люди, они совершали экадыши, они соблюдали джанмаштами, радаштами, все праздники, как положено, все враты. Они самые, что ни на есть, возвышенные парамахамсы, но они следовали всем правилам и ограничениям. Они воспевали, они занимались, ну, то есть они писали книги, но им не нужно ничему следовать. Они вечные паршиды. Тем не менее, они всему следовали, чтобы нас научить. В Нилачале каждое слово Шримана Махапрабху, каждый его поступок, он содержит в себе глубочайшее значение. Рупа, Санатана, они жили во Вриндаване и следовали всем правилам и этикету. Даже во времена Рупа, Санатаны собиралась Вишва Вайшнава Раш Саба.
когда какой-то так называемый Гаудия совершал ошибки, то есть он его сразу же вызывала эта саба, и они его исправляли. Но сейчас, в настоящие дни, если кто-то занимается ерундой какой-то, то другие организации, они зовут его: «А, присоединяйся к нам», прям как в политике. Гурудев отказался от одного ученика своего, а другой храм его позвал: «Приходи к нам, живи с нами». Вот так вот работает в наши дни. Но раньше ситуация была совершенно иной. Весь Вриндаван, он контролировался, ну, был под руководством Рупа Санатаны. И никто не мог отклоняться, то есть все были обязаны следовать правилам и ограничениям, различным этикету и так далее. После их ухода Джива Госвами Патон занял пост ответственного Вишвавайшнава Радж Сабы. Но если кто-то начнет спорить: «Шримати Радарани, она соблюдает Экадаши». Если кто-то спросит: «А Шримати Радарани, она соблюдает Экадаши?» Нет. А зачем мы должны следовать Экадаши? Она же Ачарья наша. Если Рупа Манджари не следует Экадаши, то мы тогда почему следуем Экадаши? То есть зачем нам следовать, если вот они не следуют Вишванатха Чакравати Пад? Он отвечает: дело в том, что они все участвуют в Кришналиле, и там нет необходимости следовать этим правилам. Их вечная сварупа находится там, на Голоке Вриндаване, они совершают Кришналилы. Но также они обладают вечной сварупой в Гора-лиле. Огромная привилегия Гора-баджана заключается в том, что преданные обладают двумя сварупами. Если кто-то совершает гаудия-баджан искренне под руководством Прабхупады и Бхактивинод Такура, и если кто-то достигает совершенства в своем баджане, тогда в момент оставления тела он получит местечко в Гора-лиле и в Кришна-лиле. И это самая огромная привилегия гаудия-баджана. Те, кто совершает гаудия-баджан, если они достигнут совершенства, то есть под руководством Гуранги Мапрабо, иначе как можно достигнуть какого-либо результата? То есть гаудия-баджан значит под руководством Махапрабху, Прабхупады Бхактинот Такура. То есть преданные гаудия-баджана получают доступ к двум лилам, к Кришна-лиле и Гора-лиле. Я сейчас вам не говорю о нитья-сиддах, не о Прабхупаде, не о Бхактинод Такуре. Я вам сейчас говорю о садана-сиддхах. Они могут получить такую возможность. Бхактинод Такур, Прабхупада, они уже участвуют в Гора-лиле и в Кришна-лиле. Бхактинод Такур в Гора-лиле, он Бхактинод Такур. Его сварупа вечная — это Бхактивинод Такур. А вы можете заспорить: «Мараш, ну как же я могу в это поверить? Бхактивинод Такур родился 300 лет после Махапрабху, и Прабхупада также позже родился намного. Они не встретились с Гурангой Махапрабху». И поэтому возникает проблема. Бхактивинод Такур, как Гора Паршат, он Бхактивинод Такур, он сам Бхактивинод Такур. И он участвует в Кришна-лилах, как Камала Манджари. И вся наша Гуру-варга имеет доступ к двум лилам. Я не только говорю о Рупа Санатане, о Рупа Госвами, Санатана Госвами. Все из нашей Гуру-варги, Локананда с Госвами, Наротан Такур, Шринивас Ачарья, Шамананда Прабху,
Все они обладают двумя сварупами. В одной сварупе они служат Радхе Говиндаджи, а в другой сварупе они служат Гуранге Махапрабху. То есть может возникнуть такой вопрос, но они же позже явились. Как же они участвуют в Гора-лиле? Это не имеет значения, пришли ли они позже или нет. Это не важно. Прабхупада дает следующий сиддханта-вичар. Вы посмотрите, те, кто являются в этом мире для того, чтобы выполнить наставление Махапрабху, исполнить желание его сердца, не в соответствии с мнением обычных людей, но по мнению Прабхупады, Бхактивинода Такура и Гауранги, те, кто являются в этом мире, чтобы воплотить в жизнь учение Махапрабху, все они являются спутниками Махапрабху. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Яна Бутали. То есть, если кто-то приходит, если кто-то является до прихода Махапрабху или после Махапрабху, это не важно. Например, Мадхавендра Пурипад, он не встретился с Махапрабху физически. Вы можете сказать, нет, эта сиддханта, она совершенно бесполезна. Нет, нет, Прабхупада объясняет, это вот доказательство. Иногда некоторые парикары, вечные спутники, они могут явиться до прихода Махапрабху и уйти до прихода. Кто-то может явиться после ухода Махапрабху, а кто-то может явиться вместе с Махапрабху. Адвейта Госвами, другие паршады. Много паршадов явилось вместе с Махапрабху, Сварупа Госвами и так далее, Рай Рамананда. Столько много. И мы поем киртан и плачем. Поем киртан, написанный Бхактинодой Такуром. «О, Бхагаван, почему же я не принял рождение во времена Гуранги Махапрабху? Если только я родился в те времена, я бы увидел тогда эти экстраординарные игры золотой аватары». И Прабхупада, Бхактивинода Такур, они все так говорят. Но прийти до, во время или после, это не настолько важно. То есть зависит от того, кто является с какими намерениями, то есть с какой целью. Это более важно. Прабхупада, он явился намного позже. Нарутам Такур, Шринивас Ачарья, они все пришли позже. Шринивас Ачарья, он не встретил Гурангу. Он присутствовал на планете, но он не встретил Гурангу. И потом Махапрабху он ушел, и Гададхар Пандит также ушел. То есть кто пришел, кто явился до Махапрабху, во время Махапрабху или после, это не так важно. Если вы очень внимательно посмотрите на жизнь какого-то преданного, если вы поймете, кто хотел воплотить в жизнь желание Махапрабху, тогда вы можете заключить в соответствии с ответом на этот вопрос. Мадхавендра Пурипад, он явился задолго до прихода Махапрабху. Что говорить о Мадхавендра Пурипад? Даже Бильба Мангала Такур рассказывает, наша Гуру Варга, он родился задолго до прихода Махапрабху. Мадхавендра Пурипад также он родился до прихода Махапрабху. Тем не менее, наша Гуру Варга, Прабхупад и так далее, они объясняют, что золотая аватара явилась, то есть Гуранга явился в их сердцах. Как мы можем об этом заключить? Потому что такого рода баджан, он невозможен без милости Гуранги Махапрабху. Если кто-то не получил даршана Гуранги, то такой баджан, как совершил Мадхавендра Пурипад или Бильба Мангала Такур, он невозможен. То есть и они получили наставление, руководство, иначе такого рода према, такая литература, которую они оставили и так далее, это все невозможно. Возможно, они явились задолго до прихода Махапрабху, но золотая аватара, она вечная.
Поэтому Гора Аватара, Гуранга дал свой даршан в их сердцах. Может быть, на материальном плане они не видели его, то есть он не жил с ними в одни и те же, в одно и то же время. Но их сердца, они настолько утонченные, такого рода литература, то есть то, что написал Бильба Мангала Такур, это просто невозможно. Это настроение, которым обладает Мадхавендра Пурипад, обладал, это невозможно. И по милости Мадхавендра Пурипад, Ишвара Пурипад, он получил тоже настроение. То есть полностью он получил полную милость. Ученик может получить полную крипу от Гурудева. Не то, что он получит там кусочек какой-то. Нет, по милости Гурудева ученик может получить 100% всего того, что возможно получить. Не думайте, что он получит что-то на 50%, на 70%. Нет, получит 100% того, что возможно. Если Гурудев, он доволен кем-то. Вы об этом найдете в прославлении Бхагаватам. Вайкунта йоги даршанам. И также написано вот это. В Бхагаватам написано: ученик может получить таинство таинств, что невозможно, до чего невозможно вообще добраться. И это таинство Гурудев, он обязательно откроет своему снигдашишье. Буквальное значение слова «снигда» — это трезвый, ну, то есть разумный. Но мы не можем принять это значение, потому что это материальное, мирское значение, это буквальное значение. Снигда означает, что сердце ученика, оно пребывает в полной гармонии с сердцем гуру. Ишвара Пурипад, он пребывает в стопроцентной гармонии с Мадхавендра Пурипадом. Об этом написано. Перед тем, как оставить тело, Мадхавендра Пурипад, он благословил Ишвара Пурипад. Ты добьешься всего. Вот почему. То есть, когда мы видим, что кого-то избрали президентом храма, то таким образом невозможно оценить, получил ли он крипу или нет. То есть, кого-то выбрали, за кого-то проголосовали в храме. То есть, этого недостаточно, чтобы понять, что этот преданный получил стопроцентную милость Гурудева. Прабхупада сказал, выборы и назначения не работает в духовной сфере. Это не политика, не какие-то политические игры. Того, кого не избрали, он получил полное могущество от гуру, а того, кого избрали, он ничего не получил. То есть, если вы откроете свои глаза, вы увидите это, но если вы предвзяты, то, конечно же, вы ничего не увидите. Гурудева, он существует вечно, и кому он даст свою милость, зависит от характера того или иного преданного, от его желания служить и так далее. Но выборы и назначения в духовной сфере не работают, эти процедуры. Мадхавендра Пурипад, он родился задолго до прихода Махапрабху. И есть еще прямое доказательство, почему Гуранга Махапрабху принес из путешествия по Южной Индии, он принес с собой книгу Бильва Мангала Такур. И это тайное, как бы своего рода намек Махапрабху, денно и ночно он наслаждался Кришна Каранамритой, Видьяпати, Чандидас.
также он читал Брахма Самхиту. Брахма Самхита — это более такая татва Гранта. Он ее для нас принес, но он сам слушал Кришна Каранамрита. Кришна Каранамриту слушал написанную Бильбо Мангалой Такур. И это своего рода подсказка нам, что то есть он нам как бы говорит, что он открыл свою сварупу Бильбо Мангале Такуру, и Бильбо Мангала Такур, он получил вкус Кришна Лили, и он 850 лет, он жил на протяжении 850 лет, и он жил на берегах Брахмакунды 850 лет. И он постоянно совершал баджан. И он заботился о своем теле, ну, о том, что было необходимо. Ну или автоматически его тело как-то существовало. И есть один преданный из Варанаси, преданный Шивы, Твайланга Свами, что-то в этом роде. Он шиваит. И он совершал, ну то есть практиковал медитацию на Брахму. Он был могущественным таким. Толстый он был. И обычно простые люди из Каши Варанаси, они говорили, они называли его Шанкаром при жизни, то есть англичане его арестовали, британцы. Кто-то на него нажаловался, и британцы его арестовали. И ему сказали, что баба, он что-то там затевает, и на самом деле он нехороший человек. То есть и полиция его арестовали, и поместили его в тюрьму. Закрыли его на ключ. И на следующее утро в полиции все там они сошли с ума. И баба, он был вне своей клетки тюремной, то есть он был снаружи, и он там ходил вперед и назад. И полицейские, они все там просто с ума посходили. И они его сразу отпустили. Это была ошибочная информация, что мы получили. Нужно его освободить, иначе мы понесем наказание за это. Они его освободили. То есть что говорить о Бильбо Мангала Такуре? Бильбо Мангала Такур, наша Гуру Варга объясняет, что Махапрабху, он денно и ночно читал, зачитывался Кришна Каранамритой, наслаждался ей. То есть это нам дает такую подсказку, что есть связь у Бильбо Мангала Такуры с Гурангой Махапрабху. Но внешне вы не найдете такую связь. То есть следует ли Экадаши Радарани или нет? Те, кто задают такие вопросы, они идиоты. Номер один. Следует ли Рупа Госвами Экадаши? Когда Рупа Манджари приходит в форме Рупа Госвами, она следует Экадаши. Поймите, Гуранга Махапрабху — это Бхагаван, сам Бхагаван, Верховный Господь. Своям Руб Бхагаван, не просто Бхагаван, а он сам Кришна. Тем не менее, он нам показывает Ачаран, чтобы нас научить, но мы не можем ожидать от Кришны Экадаши и так далее. Зачем ему это надо? Следует ли он Экадаши или нет? Но Махапрабху, он попросил Сачимату соблюдать Экадаши, даже если Сачимата, она не должна следовать Экадаши. То есть ей нет в этом необходимости. Но Махапрабху нас хотел научить этому. И он сказал, что ты должна следовать Экадаши. То есть Чайтанья Махапрабху нам показал такой ачаран. И нам нужно попытаться понять каждый его поступок, каждое его слово.
Вчера мы уже обсудили о том, как Махапрабху, он спас Сарабам Бхаттачарью, как он его освободил. И то есть сейчас вся деятельность Сарабам Бхаттачарьи, она изменилась просто как по мановению волшебной палочки за одну ночь. Прям как в случае Лакшаиры. Лакшаира, она хотела доказать, что Харидас Такур, он не имел характера, ну то есть, что ей заплатил какой-то богатый человек, и он сказал ей, чтобы она соблазнила Харидаса Такура, чтобы... Он сказал, ты самая профессиональная проститутка в нашей местности, поэтому докажи, что Харидас Такур, он падшая личность, то есть все об этом узнают, и никто его больше не будет уважать. То есть вот этот вот богатый человек, он завидовал Харидас Такуру. Но Харидас Такур не обращал на нее никакого внимания. Она приходила, она к нему приходила три дня подряд. В первый день она пришла и стала ему намекать, что она хотела его общение получить. И Харидас, он ей сказал, подожди, мне нужно закончить харинам. Харидас Такур, он не наврал, он сказал, да, да, я тебе дам свое общение. Но он имел в виду то тонкое общение, то есть мой характер, мой ачаран, я это тебе могу передать. Ты можешь получить, на тебя может повлиять мой ачаран. Санга не означает физическая санга. Санга не означает всегда физический контакт. Существует тонкий контакт. То есть, ну, есть и физическое общение, физическая санга. Почему Наротам Такур написал? Вриндаван? Ангел Мани. Драсангья маге Наротама дас. Я прошу о санге с Рамачандры. Наротам Такур, он молится в этом киртане, но он хочет общения санги с Рамачандра Кавираджем. Это значит тонкое общение. Даже сегодня вы, Прабхупада, он оставил этот мир давным-давно, но даже в эти дни, по сей день, вы можете получить их общение. Вы можете совершить сангу с ними посредством их книг и статей. Мы можем получить общение Кришнадас Кавираджа Госвами, Наротам Такур, всей нашей предыдущей Гуру Варга. Это называется тонкое общение. Санга не означает физическое общение всегда. Если бы это было так, тогда зачем Рупа Госвами Пад написал в Упадешамрите? Почему он? Если бы это имелось в виду всегда физическая санга, тогда как произошло, как случилось так, что Рупа Госвами Пад написал эту шлоку, то есть это вот виды санги, 60, это 6 видов общения, то есть посредством вот этих вот 6 вещей мы совершаем общение, поэтому возникают автоматически проблемы по поводу Махапрасада. Я могу ходить, слушать тех саду, или я могу там принимать прасад. То есть кто нас может наставить правильно? Я хочу присоединиться к известному, к известной организации, потому что она известная и такая гламурная. То есть какой мотив? Бхактинот Такур, Рупа Госвами Пад написал в этой шлоке о видах санги, а Бхактинот Такур, он объяснил более подробно, более ясно, что означает санга. Санга означает это обмен теплыми чувствами.
Например, предположим, в вашем храме проводится большой фестиваль, и ответственный по храму, он вам говорит: распространяй просад. И вы можете сказать: а зачем же я буду раздавать сейчас просад? Я таким образом буду совершать сангу со всеми подряд. Дадати Пратигрина. Но это наставление. Вы не обмениваетесь ни с кем теплыми чувствами. Вы просто раздаете просад, потому что вам так указали. Но когда вы кого-то кормите с любовью, возьми, это вот Джаганат Прасад. Когда вы с любовью кому-то даете просад и обмениваетесь теплыми чувствами, прийти, то тогда вот это общение. Если вы будете совершать общение с неправильными людьми, ну то есть которые не обладают никаким характером, тогда вы потеряете свой баджан. То есть вы должны быть начеку постоянно. То есть с кем вы обмениваетесь вашими теплыми чувствами, если вы рассказываете какому-то преданному о ваших снах секретных каких-то, если тот преданный, он падшая душа, то вы тоже можете упасть, это потому что это санга, если у вас теплые чувства. То есть если вы даете какому-то махараджу что-то с любовью, я, например, когда вы мне приносите, я это принимаю, потому что если... Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он так учил Бхарати Махараджа. Однажды они были в Аллахабаде, и там была одна пожилая женщина, она приготовила халву. И потом она стала раздавать эту халву саду. Она была очень возвышенной, ну, хорошей женщиной. И она дала эту халву Мадхава Госвами Махараджу. То есть она вручила ее Наротам Брамачари. И Наротам Брамачари, он не захотел принять эту халву. То есть он сразу... Но Мадхава Госвами Махарадж, он сказал: возьми, прими халву. Прими. Может быть, ты не съешь ее, может быть, ты дашь кому-то, но если ты откажешь ей, она тебе в матери годится, а ты можешь разбить ее сердце. То есть это нехорошо отказываться. То есть нужно очень внимательно не отказываться. Сейчас все очень, ну, очень комфортно много. То есть кондиционер в поездах, в самолетах. Но раньше были поезда местные, там ничего такого не было. Ну, я и сейчас тоже езжу на таких поездах. И когда Ваман Госвами Махарадж, он ездил во Вриндаван, он садился в поезд, и он не покупал какой-то особенный билет, но он был великим ачарьей. И, например, рядом с ним садился кто-то, ну, не вегетарианец. И вот он, случилось так, что вот Ваман Махарадж, он ехал в поезде, и кто-то с ним такой сидел, открыл свои вот эти вот коробочки с едой, и, ну, там мясо, чеснок, все они там запачкали, у них нет никакого ачарана. Чеснок, лук, все, в общем, зловонии, все вот эти вот распространяются по вагону. И Севака спросил Вамана Госвами Махараджа: как тебе удается здесь сидеть, ну, в таком состоянии, в спокойном? И Ваман Госвами Махарадж объяснил: если я выражу свое недовольство, то, смотря на мою реакцию, они сразу же подумают: о, саду нашелся здесь, то есть мы тут кушаем, а вот он нам что-то тут. То есть и таким образом они совершат апарадху, то есть они уже падшие души, но они могут еще больше упасть. То есть поэтому нельзя подвергать людей такому риску. То есть они едят все, что им нравится, рис, чапати, рыбу, мясо. Но если мы будем реагировать, то они совершат оскорбление. О, это саду, мы тут кушаем, а он нас тут ненавидит. То есть это возникнет большой риск.
Pritchati, Bhujamakshati, Pritchati, Bhumte Bhaya. Six. You are going to give something to eat. Когда вы что-то кому-то предлагаете, какой-то просад, например, и кто-то вам дает какой-то подарок, вы даете подарки. То есть вот это все виды общения, или обмениваетесь тайнами секретно, сердце открываете друг другу. Но когда какой-то фестиваль, и вы раздаете просад, конечно же, это не санга, это не обмен теплыми чувствами, не обмен прити. Вот почему наша Гуру Варга, даже Махапрабху, они хотели обмениваться именно теплыми чувствами, то, что объяснил Капил Муни Девагути. Он объяснил ей то же самое. Это оригинальная шлока. Иногда я говорю. Actually, I'm just one sloka from two sloka one line. Просто иногда одна строчка меняется, если я правильно поняла. Нисхангатая калпате — это значит, что материальные качества раджа-тама-гуна, если кто-то ими обладает, он и вы с ним обмениваетесь теплыми чувствами, то эти качества могут перейти к вам. Поэтому, о мать, выражай теплые чувства по отношению к саду. Никто не может существовать в этом обществе, не выражая свою любовь. То есть это так происходит, но как нужно это делать? То есть если вы будете обменивать, ну как сказать, делиться любовь с материалистами, вы получите реакцию. Но если вы будете дарить свою любовь саду Гуру Вайшнаву, то они находятся на трансцендентном уровне, они не из материального мира, их качества, они не материальны, поэтому вы сможете получить бонус. Когда вы дарите свою любовь саду, о, Махарадж, вот покушай, вот это я тебе принес, вы дарите что-то, и тогда Махарадж принимает, даже когда Махарадж, он принимает даже что-то, даже одну вещь, которую вы предложили, ну, например, много просада предложили, он просто взял маленький кусочек, то вы получите благо от этого. В этом материальном мире никто не может жить без любви. Даже тигр свирепый, тигрица свирепая, она целует своих тигрят, кормит их молоком, то есть она дарит свою любовь. И Харидас Такур, он имел в виду такого рода общение, то есть что... Но проститутка, она подумала, что будет у нас физическое общение. И, то есть она сказала, я хочу твоего общения. И Харидас Такур сказал, да-да, я тебе дам это. Будь терпеливый. То есть и вот Харидас Такур, он продолжал совершать харинаму. И проститутка, она получила возможность слушать святое имя. Она ждала Харидас Такур, потому что Харидас Такур сказал, подожди, мне нужно закончить харинаму, и потом я удовлетворю твое желание, я подарю тебе свое общение. Но сначала мне нужно закончить харинаму. И он все никак не заканчивал, не заканчивал, и вот проститутка, она разозлилась. И Харидас ей объяснил, смотри, у меня обещание такое, мне каждый день нужно вот определенное количество харинамы воспевать, и мне нужно закончить. И, в общем, она вернулась на следующий день, не дождалась. И на следующий день произошло то же самое. И она к нему ходила три дня, и она постоянно слушала харинам из лотосных уст Гора Паршада Харидаса Такура. И тогда ее сердце, оно автоматически изменилось. Сердце этой проститутки, оно изменилось. Она призналась ему, скажи, я смотри, я пришла, потому что мне заплатили, мне вот этот богатый человек, он мне заплатил деньги, чтобы я тебя соблазнила. Но Харидас Такур, он сказал, я знал это уже с самого начала, и я вообще собирался как бы оставить это место, но я не оставил его из-за тебя, я хотел тебя спасти. Я хотел дать тебе мое общение.
Я хотела... Ты хотела моего общения. И то же самое сказал Прабхупада. Когда Горакишор Дас Бабаджи Махарадж дал такое наставление Прабхупаде, не общайся с материалистами. И Прабхупада он ответил, я не беру ничего, ну то есть ни с кем не общаюсь. Прабхупада он встречался со многими материалистами, потому что проповедь означает, что материалисты, они будут приходить что-то спрашивать. И Прабхупада он никогда не брал их общение, и он им давал свое общение. Прабхупада, он давал им свое общение, чтобы спасти их. И в этом заключается техника, когда вы проповедуете столько много всего в, за границей, то есть все такое блестящее, все вас гипнотизирует, вас, вам поклоняются. И если вы загипнотизируетесь, то тогда ваша проповедь закончится. Они будут проповедовать перед вами. «О, возьми денег, вот, возьми уважение». То есть они будут вам проповедовать, а не вы им. Проповедь — это значит, что вам нужно привить хорошие качества. И компромисс, он не разрешен на пути Харибаджана. Я могу завтра это обсудить. В духовной жизни нельзя спускаться на компромиссы. Но если вы обладаете такой силой, то вы можете дать ваше общение кому-то. Бхактинат Такур, он приглашал различных известных личностей, чтобы дать им свое общение. И однажды случилось что-то, вы думаете, что это какая-то философия, но я вам могу привести пример. В Калькутте организовали Харикатху на 7 дней. И в Шри Чайтанья Гауди Мати, если я правильно поняла, под руководством Мадхава Госвами Махарадж. И там был Мадхава Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж, Бхакт Прамод Пури Госвами Махарадж, Джаджар Госвами Махарадж. Все преданные там, все звезды Гауди Мат, Кешава Махарадж там был. И там был судья, верховный судья, большой уважаемый человек. И Гуру Варга давала Харикатху, и тогда ему тоже дали слово, ну, что бы там он ни знал. Прабхупада, он приглашал таких личностей, чтобы они приняли учение Гуранги, а не то, чтобы там их слушал кто-то. То есть он хотел помочь им под предлогом того, что пришла вот эта известная личность. Прабхупада мог привлечь много обычных людей. То есть, и Харикатха закончилась, и настало время киртана, и стал петь Джаджавар Госвами, Бхактивичар Джаджавар Госвами Махарадж. Ему сказали совершать киртан, и он начал петь, и вот этот вот верховный судья, он уже отпросился у Махараджа. «О, Махарадж, извини, у меня там встреча назначена, мне нужно идти, мне некогда». «Хорошо, ты занятой человек». И тогда его охрана взяла и повели они его в машину. И когда он уже садился в машину, чтобы уехать, в тот момент, пока он поднялся со своего кресла в ассамблее, и вот он по пути в машину, он услышал киртан Джаджавар Госвами Махараджа. И просто случилось чудо. Он уже почти сел в машину. И он сказал водителю, остановись, открой машину. И он вернулся и сел на свое кресло назад. Чудо. И это был очень занятой человек, но он вернулся, и он сел на то же кресло, и Мадхава Госвами Махарадж удивился. И после киртана верховный судья сказал, я вас всех приглашаю к себе домой. Приезжайте. Я когда услышал этот киртан, я почувствовал,
какие-то реакции в сердце. Слушая киртан этого Махараджа, я прям почувствовал какие-то реакции в сердце. Я был вынужден назад вернуться, я был притянут как магнитом. И не думайте, что все фальшиво, что все неправда. И Махапрабху, он нам дал точно такое же учение. Он, Махапрабху, он обнял Сарвабхаума Бхаттачарью. Махапрабху обнял Джагай Мадая. Они были такими заядлыми преступниками, гундами. Махапрабху их обнял. После чего, благодаря любви Махапрабху, их сердца изменились. И Махапрабху, он стал танцевать вместе с Джагай Мадаем. После того, как Махапрабху спас Джагай Мадая, он стал с ними танцевать. И, в общем, мы можем видеть, что Махапрабху, он всех спасал, даже животных или растений. И Лакшаира, сердце Лакшаиры было изменено за 3 дня. Не только это, но она стала сокровищем преданности. В Чайтанья Бхагавате написано, что Харидас Такур, он философский камень, потому что философский камень может превратить железо в золото, но Харидас Такур, он может сделать из проститутки другое сокровище, то есть он может сделать из всего угодно философский камень, который уже будет в состоянии сам менять других. И после чего большие ачарьи, они приходили, чтобы получить даршан Лакшаиры. Она стала настолько возвышенной, преданной. Великие ачарьи, они навещали ее, потому что она получила милость Харидаса Такура. Сейчас у вас нет права оскорблять ее. И также в случае Джагай Мадая Махапрабху сказал, с данного момента вы не имеете права вспоминать их прошлое. Раньше они были преступниками, гундами, они пили вино и совершали грехи, но у вас нет права сейчас об этом вспоминать. Я уже дал им свою милость, они стали преданными. Никто не должен вспоминать об их прошлых поступках. Махапрабху предупредил всех и каждого, никто не должен вспоминать об их поступках. Они приняли новое рождение. Таким образом, Махапрабху, после того, как он спас Сарвабхаума Бхаттачарью, он его обнял. И он дал ему свою любовь. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он полностью превратился в преданного. Он уже не помнил, кем он был до этого. Он даже не верил самому себе. Его сердце, оно было полностью растоплено, и он плакал постоянно. И он смотрел на Гурангу, на золотую аватару Сарвабхаума Бхаттачарья, и он даже не мог ничего сказать. Сарвабхаума Бхаттачарья, он прочитал 100 шлок, я уже сказал вам об этом, как ветер он их прочитал. Он написал 100 шлок, и Гауди Вайшнава, они запоминают эти шлоки, некоторые из этих шлок, и они читают их на публике. И вот мы дошли до того момента, как Махапрабху, он стал жить в Гамбира Мандире. И одни преданные, они посоветовали здание Кашимиш, ну, то есть его дом. И когда
эта информация дошла до Каши Мишры Махапрабху, он отправился к нему, и он спросил: «Можешь ты мне приютить меня у себя?» И Каши Мишра ответила: «Зачем ты спрашиваешь? Все твое, мое тело, мое здание. Ты можешь взять все, что тебе нужно. Я очень расстроился, что ты у меня спрашиваешь разрешение». И, в общем, с того момента Махапрабху, он начал жить там. Это место, оно очень красивое, подходящее место. Подходящее в каком плане? Махапрабху, он ходил на океан каждый день, чтобы принять омовение. И в то же время Махапрабху, он посещал Джаганат Мандир. И Каши Мишра Бхаван, он находился на посередине между океаном и Джаганат Мандиром. И Чатак Парват был тоже недалеко. Харидас Такур. Когда Махапрабху принял саньясу, когда он отправился в Нилачал Даму, Харидас Такур, он был с ним. И Нитянанда Прабху, он был с ним. Харидас Такур, он заплакал, сказал: «А где же я? Что же я буду делать? Без тебя я умру». И, в общем, Махапрабху пообещал, он сказал: «Я возьму тебя с собой в Нилачал Даму». И тогда, я уже вам это все рассказал, когда Махапрабху прибыл в Нилачал Даму, он отправился в Джаганат Мандир, там он потерял сознание, потом его отнесли в дом Сарвабхаум Бхаттачарьи, потом там случилось вот это вот Нилачали Виданте Вакья. Харидас Такур, Махапрабху стал жить в Гамбире, это особое место. А Харидас Такур устроился в местечке неподалеку от Гамбиры. В настоящие дни там очень много зданий, поэтому нужно выйти из Каши Мишра Бхавана, нужно сделать там круг, обойти, и потом можно дойти до Баджана Кутира, Харидас Такур. Махапрабху жил вон там, а Харидас Такур вот прям вот недалеко, а сейчас нужно прям так обходить очень долго. Когда я получил вешу, когда Гуру Махарадж мне разрешил принять Бабаджи вешу, я целую ночь провел на крыше здания, и Гуру Махарадж, он там же был. И я видел Джаганат Мандир с крыши. Но в настоящие дни вы не увидите с той крыши Джаганат Мандир. Сейчас там настроили здание. Джаганат Мандир и Джаганат Чакру, можно было ее увидеть очень легко. Но сейчас настроили очень много отелей, зданий. Харидас Такур, он устроился тоже в красивом месте, подходящем месте, недалеко от Гамбиры. Называется Сиддхабакул. В настоящее время это место называется Сиддхабакул. Бакул — это дерево. Это дерево, оно не умирает. И до сих пор пуджари предлагают вот эти вот палочки, чтобы чистить зубы, вот из этого дерева. Каждый день Джаганату предлагают. Это очень удивительная история. В общем, Харидас Такур, он стал жить там, в Сиддхабакуле. И Махапрабху, он каждый день ходил в храм Джаганатхи. И у него было такое правило у Махапрабху. Каждый день Махапрабху утром он ходил на даршан к Джаганатху, а на обратном пути, как правило, панды ему давали малу, прасада. Он брал с собой вот различный прасад и приносил его Харидас. «О, Харидас, посмотри, я принес тебе прасад». Насколько удачлив Харидас Такур. Харидас Такур, он не заходил в Джаганат Мандир. Но Джаганат сам лично приходил каждый день к нему, чтобы дать ему даршан. Махапрабху — это Джаганат.
Но Харидас Такур, он не ходил в храм. Он сказал следующее: «Я мусульманин, я не могу зайти в храм, но смотрите на технику Махапрабху. Я приведу вам пример». Махапрабху, он созвал всех преданных, они все зашли в Гамбиру. Махапрабху позвал Харидас Такура. «Где Харидас? А где? Позовите Харидас Такура». И Харидас Такур, но он остался на главной дороге, он в поклоне в Дандават Пранаме, он остался на главной дороге. И тогда преданные подбежали к нему: «О, Харидас, смотри, Прабху тебя зовет». И Харидас сказал: «У меня нет такого могущества, я не обладаю такой силой зайти вовнутрь. Я родился в семье низкого происхождения, я мусульманин. Пожалуйста, попросите Махапрабху, что я... скажите Махапрабху, что я приму прасад снаружи». И дело в том, что Махапрабху, он смог бы очень с большой легкостью позвать его вовнутрь, но Махапрабху, он не стал на него давить. Махапрабху хотел поддержать баланс между как бы достоинством преданных, и также Махапрабху хотел установить варнашраму дхарму. То есть для того, чтобы поддержать как бы порядок в обществе, Харидас, он сидит в сердце Махапрабху, а Махапрабху сидит в сердце Харидаса. А на внешнем уровне, что вы увидите, что Харидас, он даже не зашел в Гамбиру. Харидас Такур, у него вечное местечко в сердце Гуранги, но физически он не зашел в Гамбиру. Почему? Потому что Махапрабху, он хотел поддержать вот этот баланс, чтобы люди, которые в неведении, чтобы они не думали, что Махапрабху, он разрушил все правила Гурангама. Харидас Такур, он в сердце Махапрабху, а Махапрабху, он в сердце Харидас Такура. Но внешне Махапрабху, он не нарушил правил. Например, в случае Рупы Санатаны, Махапрабху очень бы в легкую мог бы их с собой взять в храм Джаганатхи, Рупу и Санатану. Рупа и Санатана родились в очень возвышенной семье браманов. Существуют разные категории браманов, не все браманы одинаковы. И Рупа Санатана, они из самой наивысшей категории браманов, Барадрадж браманы. Почему они не заходили вовнутрь храма? Махапрабху не надавил на них, он не сказал: «Заходите в храм». Но Махапрабху, он хотел установить так, своего рода пример благодаря их вот этому поведению. Харидас Такур — это намачанрия. Что значит намачарья? Намачарья означает быть ачарьей Харинама. Он ачарья Харинама. И сам Махапрабху его назначил таковым. То есть его положение, оно наивысшее, да или нет? Он возвышенный, преданный. Нама — это самое наивысшее, что только может существовать, а он намачарья. Но Махапрабху не заставил его зайти в Гамбиру. Он не надавил на него. И наш Санатана, наш Рупа, когда они приезжали в Нилачалдам, приходили в Нилачалдам, Махапрабху их не заставлял, ни силой не брал с собой в храм Джаганатхи. Это было вот такое очень тонкое учение Махапрабху. Он хотел нас научить. Посмотрите, Рупа Санатана, они не зашли в храм Джаганатхи, не заходили туда никогда. Потому что они считали себя нищими, потому что они служили мусульманам. Они работали на мусульманское правительство. Санатана Госвами Пад, он был первым министром Бенгалы, а Рупа Госвами Пад, он был финансовым министром, министром финансов. Поэтому они так вот рассуждали: мы всю жизнь общались с мусульманами, мы осквернены, мы не имеем права заходить в храм, наши тела
Когда мы дышим, воздух, который мы выдыхаем, он может загрязнить, осквернить храм. То есть, а вы видели когда-то, чтобы Махапрабху их заставил зайти в храм? Нет, Махапрабху, он хотел установить такой пример благодаря Ачарану Рупа и Санатану. Вы думаете, что Рупа и Санатан — это падшие души? Как это возможно? Махапрабху, он пошутил с Балавачари. Он знал, что Балавачари думал, что он из высшей касты. То есть это не лила из Нилачала. Я вам сейчас просто так делаю, к слову рассказываю. Когда Махапрабху был в Тривени Сангам, на месте слияния трех рек Ганга, Ямуна, Сарасвати, Махапрабху, он посетил дом Балавачари в Арайль-Граме. И там Балавачарья, он увидел Махапрабху, он куда-то Махапрабху отвез на лодке, и в тот момент там был Рупа и Санатана Анупам. То есть Балавачарья пригласил Махапрабху к себе домой. Балавачарья хотел предложить гирлянду Рупа Госвами. Рупа Госвами, он попятился и сказал: «Не-не, давай мне гирлянду». И Махапрабху, он пошутил, сказал: «Смотри, они падшие души, ты такой, из такой аристократической семьи, ты не должен до них дотрагиваться». Балавачарья, он стал размышлять, что-то тут не так. Должно быть, что-то тут не так. Они не могут быть падшими, потому что они постоянно воспевают святые имена. Как они могут быть падшими? Махапрабху пошутил так: «Да-да, не дотрагивайся до них, они падшие». Махапрабху, он хотел задать такой пример. И чтобы мы отказались от нашего ложного эго. Наше ложное эго — это самое главное препятствие на пути Харибаджана. Это в случае всех и каждого. Вот почему мы не можем прогрессировать в Харибаджане, потому что у нас большое ложное эго. Ложное эго нас заставляет падать. И я вам могу привести пример, когда Махапрабху отправился в Матуру, там был Сонария Брахмана. И тот Сонария Брахман, он встретил Махапрабху в Кешав, в Ади Кешав Мандир. Они поняли, что к чему. То есть Махапрабху, он увидел этого брахмана, и он сказал: «Я думаю, что ты как-то связан с нашей Гаудия Гуру Варгой. Да, я ученик Мадхавендра Пурипада. Ты ученик Мадхавендра Пурипад, ты мой гуру». И он тогда стал, попытался схватиться за его лотосные стопы, и брахмана сказал: «Нет, не трогай мои стопы, ты же Бхагаван». Мадхавендра Пурипад, он до этого, он посетил этого брахмана, и он принял прасада в его доме. Он отведал роти чапати в доме этого брахмана, и Махапрабху сказал: «Я хочу отведать прасада у тебя дома». «Не, это невозможно, потому что мы низшие брахманы. Если ты примешь прасад в нашем доме, тогда все люди тебя станут критиковать». Махапрабху сказал: «А мне не важно, мне это абсолютно не важно. Сам Мадхавендра Пурипад, кто является моей гуруваргой, он принял прасад в твоем доме, и мы следуем по стопам махаджанов. Махаджан принял прасад в твоем доме, а я кто такой, чтобы это менять? Я тоже могу принять прасад в твоем доме. Пусть люди критикуют. Попытайтесь понять учение Махапрабху. Учения такие сокровенные. То есть внешне он все поддерживает. Когда Махапрабху отправился в Варанаси, он принимал прасад у Чандрасекары. Чандрасекара — это шудра, и он из низшей касты. Махапрабху дал ему милость, остановившись у него в доме, и он принимал прасад в Утапана Мишры. То есть он остановился в доме, а его сын Рагунат Бхатта. Рагунат Бхатта — это сын Тапан Мишры.
Рагунат Бхатта — это сын Тапан Мишри, то есть Махапрабху, как он все сбалансировал, то есть остановился в доме у одного, а прасад принимал у прасад у другого. Махапрабху смог бы принять прасад 100 раз в доме Чандрасекарачари, он его ни в коем случае не ненавидел. И преданные, они все это понимали, что Махапрабху, он поддерживает баланс, чтобы не было никаких разногласий в обществе. То есть он внешне все таким образом устраивал, что он принимал прасад у Тапан Мишри, а жил у Чандрасекарачари. То есть таким образом Махапрабху, он соблюдал баланс. И Харидас Такур, он получил, он был самым уважаемым среди всех. Я могу потом обсудить лилу беседы между Харидас Такуром и Махапрабху. Нижа бхаджана мудрам падишан си чайтанья кингме пунарапиди сварья свати падам ванча калпатрус ке пасин падидан вайшнам what Jagadananda told to learn the teaching of Mahaprabhu what Jagadananda I can discuss tomorrow Jagadananda told it very easy. Very easy to accept the teachings, but it is very hard for us. How?